біль ставить у незручне становище? Доларенгель проти болю. Николай Петрович, к вам жена. Какая жена? Ну, ваша, бывшая. О, Господи, ну хорошо, пускай войдет. Привет. Здравствуй. Проходи, садись. О! Имидж сменила? Да. Влюбилась в кого-то? Это так, для себя. Стараюсь держаться. Молодец, молодец. Коля, у меня сейчас сложная ситуация. Я... Прости, мне просто некому обратиться. Деньги нужны? Да, но не совсем так. Мне нужна работа. Ну, ищи эту работу, ищи. Я ищу, ищу. Читай вакансии, на биржу труда сходи, в конце концов. Я тут при чем? Я ищу, ищу, но пока ничего не получается, а денег совсем не осталось. Извини. Да, я слушаю тебя. Да, да, радость моя, да. Да, хорошо. Хорошо, сколько тебе надо? 30 тысяч, хорошо. Сейчас кину, на карту, да, лови. Все, давай, целую, пока. 5 тысяч достаточно? Нет. Мне не нужны подачки, мне нужно работать. Я хочу заработать эти деньги. Мне нужна постоянная работа, чтобы жить. Может быть, какая-то вакансия в твоей фирме есть? В своей? Свет, ты смеешь, что ли? Правда, смешно, ей-богу. Хочешь, я объясню, почему это смешно? Ну, во-первых, ты ничего не умеешь. Ну, какую должность я могу тебе предложить? Уборщицы? Чтобы потом весь коллектив смотрел на меня, как на монстра, и говорил, вон, смотрите, как он издевается над бывшей женой. Во-вторых, я очень бы не хотел, чтобы моя беременная невеста спрашивала меня, почему моя бывшая жена работает в моей же фирме. Коля, ну я же просто прошу помочь. Я не знаю, на что мне содержать Леночку. Послушай, если Леночка будет нуждаться в деньгах, она сама ко мне обратится, я ей дам столько, сколько ей нужно. Но тебя содержать я не обязан. Надеюсь, ты это понимаешь? Ладно. Кстати, блондинка тебе не идет. Ну, что скажешь? Ты решил сменить машину? Меня моя вполне устраивает. Это твоя трехлетка устарела, пора менять. Это тебе. Держи. Так я же не просил. Держи, говорю. Меня не надо просить. Перед Элиночкой будет неудобно. А она тут при чем? Такую девушку нужно возить на машине экстра-класса. Ты сядь, попробуй. Заведи. Как хороша. Мне кажется, Кирилл сам бы мог выбрать себе машину. Не мог, пока я за все плачу. Ну что, нравится? Хорошая машина. Это все? Или ты не рад? Нет, я рад. Спасибо, папа.
Эй, новенькая, а здесь кто вытирать будет? Пушкин? Я как-то не сообразила. Зато хозяева быстро сообразят и жалобу в контору накатают. Давай, вытирай там все быстро. Угу. Ты чего, совсем тупая? Я эту штуку впервые вообще в жизни вижу. Куда здесь что заливать? Маша, вот дура. Так, я не поняла, ты у нас что, слишком умная? Сама же забыла, как в первый день отпариватель сожгла нам всем. Ой. Все конторы, между прочим, скидывались. Так, смотри, тут все легко. Вот сюда заливаешь воду. Так. Здесь откручиваешь и заливаешь жидкость. Понятно? А, так просто? Да. Спасибо тебе. Да, на здоровье. Все, я за водой. Давай. Я тебе какой шампунь велела взять? В синей бутылке. А ты какой взяла? В зеленой. Вот именно. Теперь разводы остались, придется все перемывать. Я сейчас хозяевам расскажу. Не надо, подожди, так, я сейчас все перемою. Все нормально, все хорошо. Так, мы вместе все перемоем. Давай иди. Не переживай, все нормально. Сюда просто зальешь новое средство, а туда воду поменяешь, и все. Ну, спасибо. Ой, Ленка. Смотри-ка, чистота какая. И быстро все сделала. Молодец. Сработаемся. Спасибо. Мамуль, привет. Привет. Это тебе. На хозяйство. Откуда столько денег? Ну, у меня были. Я откладывала на новый компьютер, пока с нами папа жил. А сейчас он мне просто не нужен. Ленка. Мне Машка проапгрейдила старый. Лен, ты нас спасла. Я верну, я все обязательно отдам, когда перестань, найду работу. Не надо ничего отдавать. Ты что, мы ж семья. Все. Пока-пока. Роман Валентинович, как вы себя чувствуете сегодня? Прекрасно, я абсолютно здоров. Завидую вашему оптимизму. Вот только разделить его с вами не могу. Шутки сердечком плохи, быстро не проходят. Ну, я же чувствую себя уже нормально, может, уже как-то... Нет, 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 даже не просите. Послушайте, ну сколько я могу тут валяться, доктор? Ну, правда, мне на работу надо. Вам в первую очередь нужны покой, режим и диета. А работа от вас никуда не убежит. И вообще советую как-то посерьезнее относиться к своему здоровью. Если бы не та случайная женщина на улице, которая привела вас в чувство, исход мог бы быть летальный. Кстати, рекомендую эту женщину найти и хорошенько отблагодарить. Доктор, я так и сделаю, но сейчас вы можете меня уже выписать? Ну, правда, ну я вас очень прошу. Ну, но выпишите меня, а? Рита, готовьте документы для выписки. Будьте здоровы. Спасибо. Послушайте, ну я не могу вот так сейчас все бросить и поехать с вами на объект. У меня полно здесь работы и... Вы извините, но ваше присутствие там необходимо. Я не понимаю, зачем я вам там нужен? Смета у вас есть, договор у вас есть. В чем проблема? Смета-то есть, но на месте много спорных вопросов. И ваше личное присутствие значительно ускорит процесс сдачи. Надеюсь, вы не планируете платить штрафы, неустойки? Да, сейчас мы не можем себе этого позволить. Ну вот, тем более.
мой вам совет – прямо сегодня отправиться туда и на месте решить все вопросы. То есть, как сегодня? Ну да. Так поверьте, эта поездка не займет у вас много времени. Ну, дня 3-4, и мы все решим. Николай Петрович, это же в ваших интересах. Вы подумайте. Да хорошо, хорошо, я понял, вы меня уговорили. Ну? Простите. Да, родная, да, слушай. Алло. Коль, ты не забыл заказать столик в ресторане? Да я не забыл. Просто сегодня не получится. У меня возникла внезапная командировка. В каком смысле командировка? Ну, командировка по работе, срочная. Я не удивлена ни на одну минуту, Коль. Послушай, ну не обижайся. Пожалуйста, я ненадолго, я дня на 2, на 3, ну, может, на 4. Я тебе буду звонить каждый день. Обещаю, каждый день. Слышь меня? Слышу, да. Все, целую, пока, пока. Пока. Простите. Ну, поехали. Ясно, поехали. Да. Я так рада, что тебя уже выписали. Я очень соскучилась. Как там ресторан? Все хорошо, есть пара вопросов, да? По отчетным документам, но в целом все в порядке. А что за вопросы? Поехали посмотрим, а? Ром, ты с ума сошел? Тебя только выписали, ну какой ресторан? Правда, сегодня только домой и никакой работы, окей? Ладно. Все, Ленка, заканчивай. Мы будем ждать в гостиной, ага. Окей? Хорошо. Привет. А тебя как зовут? Лена? Очень приятно, меня Сергей. Очень приятно. Слушай, а у вас в конторе все такие зачетные? Ну чего молчим? Что, ответить тяжело? Вообще-то мне запрещено разговаривать с клиентами на работе. Слушай, а ножки у тебя тоже зачетные. Давай помогу. Не надо, я сама. Давай помогу. Не надо, я сама! О-о. Мамина любимая ваза. Она ее с Японии привезла. Кучу денег стоит. Придется возмещать. Как? Слушай, а давай я скажу, что это я ее кокнул. А ты отработаешь за это, а? Отработаю? Да не переживай ты, ну просто там сходим на дискач, потанцуем, развеемся. Ну нет, так нет. Тогда готовь бабки 1200, думаю, не меньше. А точно не нужно будет платить? Ну я же сказал, что с мамашей все порешаю. Хорошо, записывай. Номер, я завтра свободна.
диктуй. Диктуй. Телефон. Там объявление висит, что требуются работники. В этот магазин еще требуются работники? Работники? Конечно, требуются. А кем вы хотите работать? Меня любая работа устроит. Ну, для таких, как вы, всегда работы полно. Знаете что? Оставайтесь работать у меня. Деньгами не обижу. Правда? Конечно. Полы мыть можете, убирать можете? Да, конечно, конечно, могу. Ну вот и прекрасно, договорились. А когда можно приступать к работе? Да хоть сейчас. Вот подсобку убрать надо. А где у вас подсобка? Прошу, покажу. Ну вот и подсобка. Ага, а где у вас ведро? Где тряпка? А зачем ведро? Зачем тряпка? Все потом будет. В смысле? Вы что? Иди сюда, да, сюда, иди, иди сюда. А что? Нет. Иди сюда. Тварь! Ешь, ешь. Я сначала думала что-то из нашего ресторана притащить, а потом решила, что сама приготовлю. Очень по-домашнему соскучился. Тебе сейчас нужна строгая диета, и я буду за этим следить. И чтобы ты не напрягался на работе. Ты меня так напугал, когда в больницу попал. Просто ужас. Ты больше так не делай, ладно? Останешься сегодня? Хитрый. Доктор сказал, что любые волнения тебе сейчас противо показаны. Поэтому я лучше домой поеду. Ну, я же себя нормально чувствую. Ну, может, ну, выходи рекомендации, а? Нет, 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 нужно потерпеть. Ну, совсем немножечко. Зато, когда мы с тобой поедем на турбазу, мы все наверстаем. Угу. Ну, не уходи. Ну, нет, нет, ну, правда, Ром, ну, немножечко потерпи. Зато на турбазе я сделаю все, что ты захочешь. Ладно. Слушай, у меня тогда просьба будет к тебе. Ну, я хотел посмотреть завтра отчет по ресторану. И еще мне нужна запись с камеры наблюдения. Ну, в тот день, когда мне стало плохо. Без проблем. Пока. Сынок, тебе можно? Да, да. Что делаешь? Да так, кое-что по работе. Есть хочешь? Я сырники приготовила. Не, спасибо, я не хочу пока. Ладно. Не буду тебе мешать. Угу. Когда захочешь есть, подходи. Я оставлю на комоде. Да, хорошо. Let's go.
Привет. Привет. Не видел тебя раньше здесь. А я первый раз. Как впечатление? Ничего так. Вика. Виктор. Оба победители. Что ты пьешь? Дайкири, а ты? Я вискарь. Хочешь угостить, как я понимаю? Запросто. Тогда давай. Привет, милый. Привет. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Вот запись, которую ты просил. Спасибо. Я без тебя как без рук. Кого ты там хочешь найти? Да свою спасительницу. Ну, давай посмотрим. Так. Вот она. Угу. Слушай, мне кажется, я ее где-то видела. Точно, она же к нам в ресторан приходила и про работу спрашивала, но я ей отказала, потому что у нее совершенно нет никакого опыта. Слушай, ну ее надо как найти, как-то поблагодарить. Все-таки жизнь спасла. Я забыла. Она же у нас резюме свое оставила, мне бармен сказал. А там и адрес, и телефон есть. Я сейчас принесу. Алло. Здравствуйте. Это Светлана? Да, вы кто? Меня зовут Роман. Роман Стасов. Мы с вами не знакомы, но вы спасли мне жизнь. Ну, у меня был сердечный приступ. Возле ресторана. И вы сделали мне искусственное дыхание. Откачали. Помните? Да, да, я помню. Как вы? Как вы себя чувствуете? Да нормально. Спасибо, вот уже выписался из больницы. Я за вас рада. А... Как вы меня нашли? Неважно. Послушайте, Светлана, вы не могли бы подъехать ко мне в ресторан? Ну, в тот, который вы меня спасли. Я просто очень хочу познакомиться с вами, поблагодарить. Лично. Когда вам будет удобно? Вы сегодня сможете? Сегодня я... Думаю, да. Отлично. Но я вас буду очень ждать. Привет. Доброе утро. Ты никуда не торопишься? Mm-mm. Могу еще поваляться. Правда, конечно, есть немного хочется. Давай закажем еду в номер. А что ты хочешь? Я хочу много и всего, я очень голодная. А я хочу тебя. Как всегда, вовремя. Да, Коль? Привет. А у меня все замечательно. Ты как? Конечно, дома, где же еще? И я тоже соскучилась. Давай скорее приезжай. Люблю. Пока. Муж? Почти. Нравится мне замужняя. Это заводит. А я люблю наглых и резких. Я очень рад, что вам понравился мой авторский коктейль. Я очень надеюсь, что вы к нам придете еще. Да, конечно. Спасибо. Простите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. А я вас узнал. Вы к нам по поводу работы приходили. Да, приходила. Но если вы снова насчет работы, то не хочу вас расстраивать.
У нас ситуация не изменилась. Нет, нет, я не по поводу работы. Мне нужен ваш начальник, Роман. Роман Валентинович? Да. Вы ничего не путаете? Нет, не путаю. Он меня ждет. Как к нему пройти? Ну, раз ждет, ну, давайте вас проведу. Как видишь, я без тебя неплохо справлялась. Вижу, ты молодец. Слушай, все сходится. Ромочка, а может быть, плюнем на все и сбежим завтра на турбазу? Объявим о помолвке и поедем. И пусть весь мир подождет. Может быть. А давай сегодня объявим? Да. Да. Здравствуйте, я Светлана. Вы мне звонили. Здравствуйте. Светлана, я очень рад, что вы пришли. Если бы не вы, меня бы уже не было. Да ну что вы, любой на моем месте поступил бы так же. Да нет, не любой. Люди часто проходят мимо чужого горя. Вы не прошли. Проходите, присаживайтесь. А вы врач? Я? Нет. Я просто училась в меди, да не закончила. А навык остался. Ну, видите, навык очень пригодился. Спасибо за то, что спасли моего жениха. Я вам тоже очень благодарна. Да ну что вы, просто я случайно оказалась рядом. Светлана, я хочу вас отблагодарить. Воспринимайте это не как деньги, это мое большое и искреннее спасибо от всей души. Вернее, от всего сердца, которое вы снова заставили биться. Не надо. Не стесняйтесь, берите. Я деньги категорически не возьму. Подождите, я вас обидел? Нет, я не обиделась. Просто за это нельзя брать деньги. Нет, ну, я должен же вас как-то отблагодарить. Присядьте, пожалуйста. Вы можете сказать, чего вы хотите? Не стесняйтесь. Мне очень нужна работа. Если вы дадите мне работу, я... прошу прощения, но, к сожалению, вы нам не подходите. Я же читала ваше резюме. Да и вакансий у нас уже нет. Берите деньги. Одну минуту. Вы любите готовить? Да. Я очень люблю готовить, особенно десерты. Отлично. Считайте, что с этого дня вы работаете помощником кондитера в моем ресторане. Но у нас нет такой ставки. Уже есть. Анжелика Владимировна, займитесь ее оформлением. Приходите завтра к 8 часам утра. Спасибо. И это ваша премия. Или аванс, как угодно. Берите. Спасибо. Да, жалко ее. Долго у нас не задержится. Это почему? Но я же читала ее резюме. Ну как тебе машина? Не то, что твоя старая, правда? Ну, конечно. Разница чувствуется. Как дела продвигаются с Элиной? Нормально. Нормально. Ты когда с ней встречаешься? Теряешь время, сынок. Думаешь, на такую выгодную партию других желающих нет? Да полным-полно. А она выбрала тебя. Цени это. Понял. Ты ничего ты не понял. У ее отца скоро юбилей. Я надеюсь, твоими стараниями мы будем приглашены на это торжество. Там будут очень важные для меня люди. Позвони ей. Пригласи в кино, в клуб. Хорошо. Я как-нибудь позвоню. Да не как-нибудь, а прямо сейчас. Кирилл,
Да, я знала, что ты позвонишь. Нет, сегодня, к сожалению, не смогу. Завтра в клуб? Ну, я люблю потанцевать, да. Хорошо, тогда договорились. Давай, пока. Поем. Хорошие новости? У нас превосходные новости. Меня взяли в престижный ресторан помощником кондитера. Мне повезло. Это им с тобой повезло. А еще мне начальник кучу денег дал. В качестве аванса. Так ты теперь богатенький Буратинка? Угу. Да, я слушаю. Кто это? Сергей, большой вазон. А, чего тебе? Чего-чего, мы завтра с тобой идем в клубешник, не забыла? Не забыла, только давай не слишком поздно. Да, окей. Часам к 8 подгребай, я скину тебе адрес. Хорошо. Кирилл звонил? Нет, с Кириллом мы уже давно не общаемся. А с кем ты тогда говорила? Да, парень один. Хочет встретиться. Вот и встреться. С парнями надо встречаться. Куда пойдете? Да никуда. Просто погуляю. Погуляй. Не все же учебой заниматься? Да. Да? Пойду учиться. Вообще обалденно. Просто отпад. Никогда в жизни таких не пробовал. Светлана Борисовна, примите и мои комплименты. Вот превосходная работа. Просто браво. А крем просто изумительный. Ну, не знаю, как по мне, слишком приторно. Нет, ну что вы, Анжелика Владимировна. Пирожные восхитительные. Ну, поверьте мне, как профессионалу. А крем... А вы, Светлана Борисовна, вероятно, в крем коньяк добавили, да? Да, совсем чуть-чуть. Очень вкусно, да. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Так, а что здесь происходит? Светлана Борисовна принесла свои пирожные и всех угощает. Это в честь моего первого рабочего дня. Угощайтесь, пожалуйста. Спасибо. Можно, да? Пожалуйста. Так, сейчас отведаем. Слушай, действительно очень вкусно. Да. А как, как называется это ваше творение? Пока никак не называется. Этот рецепт достался мне от бабушки, но я его немножечко усовершенствовала. И причем очень удачно, прошу заметить. Да. Слушай, действительно, пирожное просто обалденное. А знаете что? А у меня есть идея. А давайте назовем эти пирожные престиж и внесем в наше авторское меню десерта. А? Шикарно. Да. Я поддерживаю. Да. Я думаю, что на них будет очень большой спрос. Ну, правда. Светлана, как вам идея такая? Я о таком даже не могла мечтать. Ну все, договорились, значит, я с вами заключаю эксклюзивный договор, только с одним условием. Держать рецепт в секрете, чтобы ни у кого не было таких пирожных. Договорились. Очень вкусно. Так, я можно с собой возьму? Ромочка, ну тебе нельзя столько сладкого после больницы. Ладно, в виде исключения. Молодец. Тогда я в виде исключения предлагаю открыть шампанское и выпить за нашу с Романом помолвку. Костя, организуй, пожалуйста. Это с большим удовольствием, Анжелика Владимировна. Анжелика Владимировна, Роман Валентинович, мы все поздравляем вас. Ура! Спасибо большое. Поздравляю. Только так, по пару глоточков и за работу. Конечно, по глоточку. Куда? Кость, давай скорее. Молодец. Тороплюсь, лечу.
Светочка, а вы точно никогда не работали в ресторанах? Нет, никогда. Ну, тогда у вас просто прирожденный талант. Привет. Привет. У тебя новая тачка? Да, отец подарил. У меня в прошлом году была такая, потом я на другую ее сменила. Красиво живешь. Ну что, едем? Так, может быть, сначала ко мне поднимемся? Я шучу. Поехали. Прошу. Благодарю. Выпей, что-то. Надо мне пить. А что такая грустная, не могу понять. Что нормально, отстань. Слушай, а пойдем потанцуем, а? Я не хочу пойдем танцевать. Пойдем потанцуем. Я не танцую. Пойдем, пожалуйста, пожалуйста, пойдем. Пойдем, прошу тебя, пожалуйста, пойдем потанцуем. А что такая зажатая? Пойдем расслабиться. Да. Пойдем расслабиться. Просто тебе нужно просто расслабиться. А здесь неплохо. Надеюсь, напитки тут тоже приличные. Возьмешь мне секс на пляже? Хорошо. Не надо, пойдем. Пожалуйста, я тебя... Одну минуту. Пойдем. Пойдем. И не надо. Сергей, пусти. Эй. Руки. Руки от нее убрал. Отвали, это моя тёлка, понял? Кирилл, руки не слушай. От нее убрал. Спасибо. Ты как? Ничего. Прости, что я тебе испортила вечер. Да ладно. Слушай, а кто этот урод? Да так, случайный знакомый. Кирилл, а я тут тебя жду. Долго они, конечно, тебя там уружили. Ну что, едем ко мне? Нет, мне в другую сторону. Не поняла. Я что, под ментовкой тебя зря ждала? Выходит, что зря. Ну, я, пожалуй, пойду. Лен, подожди. Лена, то есть ты не просто так за нее заступился, да? Ты ее знаешь? Да. Это твоя бывшая? Это моя настоящая. Извини. Да пошел ты. И не звони мне больше, понял? Никогда. Обалдеть. Ну, как вам первый день? Ой, хорошо. Да? У меня такое ощущение, что я всю жизнь работала в вашем ресторане. Мне очень нравится. Ну, это хорошо, что нравится. Я тоже получаю удовольствие огромное от работы. Люблю, когда посетители довольны. У вас крем на щеке. Где? Да. Что? Все? Я, если хотите, могу подвезти вас домой. Да не надо, я на автобусе. Да? До завтра. До завтра. О чем ты с ней говорил? Да так, ни о чем. Что, у вас уже секреты? Да ну перестань, ты что? Просто спросил, нравится ли ей. Да ладно, я шучу.
Но я бы тебе советовала, конечно же, не подпускать к себе близкий персонал, потому что это потом плохо сказывается на дисциплине. Ну что, поедем к тебе сегодня? Я соскучилась. Поехали. Лен, подожди. Слушай, может мы... Ну, попробуем снова? Что снова? Ну, снова будем встречаться. Прости меня, прости, да, я повел себя тогда как полный идиот. Да ты знаешь, что мы с мамой выглядели тогда идиотками. Прости меня, я хочу сейчас все исправить, дай мне шанс. Ну хоть позвонить тебе можно? Звони. Знаешь, а здорово ты ему врезал. Привет, дочер. Как ты гуляла? Нормально. Твои дела как? Замечательно. Тебя проводили? Ага. Проводили. Ты ужинать будешь? Нет. Прости, я очень устала. Я спать. Ну что, кто первый в душ, ты или я? О чем думаешь? О тебе. Завтра с утра подготовь, пожалуйста, договор со Светланой. Нет, это просто невероятно. Ты даже сейчас говоришь о ней. Да нет, я случайно вспомнил. Я ей обещал. Да? А жениться ты на этой клуше не обещал? Лик, ну зачем ты так? Между прочим, она мне жизнь спасла. Ты что, забыла? Да мне плевать, что она сделала. Я не хочу, чтобы ты при мне говорил о ней. Эта женщина – персонал, и она должна знать свое место. Да, она спасла тебе жизнь, но ты ее отблагодарил? Отблагодарил, все. Этого достаточно, забыли. Эта женщина такая же прислуга, как и все, кто на тебя работает. Чего? Они не прислуга. Это моя команда, мы вместе делаем общее дело. Не надо так о них говорить, а то... А то что? Что? Ты меня уволишь? Да я почти всю работу на себе тащу, если бы не я, эти лодыри вообще бы ничего не могли сделать. Лика! Ты думаешь, они тебя уважают? Они деньги твои уважают. А сами за твоей спиной только и думают, как бы что-нибудь стащить. Так, я не хочу все это слушать. Ром. Ромочка, прости меня, пожалуйста. Ром. Ром, я не хотела, правда. Нервы, ну ты же знаешь. Ром. Ладно. Слушай, тебе сейчас лучше уйти. Хорошо. Я пойду, и нам нужно успокоиться, правда? А завтра все будет хорошо. Ну, я пошла.
Привет. Привет. Решил вот поправить спортивную форму. Не против? Парк общий. Ваши пирожные, Светочка, разлетаются с невероятной скоростью. Да? Я думаю, да, что на сегодня вам нужно будет испечь еще штук 40. Ну, или 50. Вы справитесь? Справлюсь. Ну, если наши дела пойдут и дальше так хорошо, я думаю, что вам самой нужно будет нанимать себе помощника. Светлана, как освободитесь, зайдите, пожалуйста, к Роману Валентиновичу. Хорошо. Да. Можно? Конечно. Что-то срочное? Я обещал подготовить для вас договор об эксклюзивном сотрудничестве. А. Вот он. Нужно только поставить вашу подпись. Вот здесь. Ага. Все? Угу. А еще копию для вас. Вот. Угу. Могу идти? А, это мы. Да? Светлана? Да. Присядьте на минуточку. Светлана, я хотел вас спросить, точнее предложить. Слушаю вас. Вы... Я хотел предложить вам поехать со мной отдохнуть. Отдохнуть? Да. Я завтра поеду на ту базу. Она находится в заповедной зоне. Там очень красиво. Вот. Вы поедете со мной? В качестве кого я должна поехать? Ну, кондитер мне там точно не нужен. А кто нужен? Ну, приятная спутница. Светлана, если честно, вы мне очень нравитесь. Я просто хотел узнать вас поближе. У вас вроде как помолвка скоро, вы не должны оказывать знаки внимания другим женщинам, или я чего-то не понимаю? Да я и сам не понимаю. Я вас увидел, и у меня что-то внутри перевернулось. Извините, что я вам все это говорю. Как у вас все просто? Да нет, совсем не просто. Вы поймите меня только правильно, ладно? Я не хочу вас обидеть или, не дай бог, принизить. Угу. Вы будете жить в отдельном номере. Я, конечно же, буду вести себя как джентльмен. Без всяких грязных намеков. Если вам не понравится, я вас сразу увезу обратно. Я вас уверяю, что там очень уютно и хорошо. Вы отказываете мне? Нет, но можно я подумаю? А, ну конечно. Буду ждать вашего ответа. А вы знаете, что в соседнем районе открылась компания «Чистый дом»? А вы знаете, что это значит? Это значит конкуренция. А на нашем сайте с самого утра висит жалоба. Клиент очень недоволен качеством вашей уборки. Вот он пишет, как был бардак, так он и остался. Это какой клиент? С Парковой? Так мы у него там все вылезали. Mm-hmm. Врет он. Да какая разница, какой клиент? Важно, что он жалобу накатал. Mm-hmm. Это тут... Озабоченный, я уверена. Да забей ты на этого козла. Слушайте, Федор Сергеевич, а у меня есть предложение. Говори, Копылова, говори. А давайте мы будем фотографировать, как было до уборки и как стало после. Клиент нам жалобу, а мы ему хоп, и фотографии, и все, и не прикопается. И, кстати, для сайта тоже будет полезно. Ну, правда. А это, кстати, мысль. Значит так, с сегодняшнего дня все снимаем на телефоны.
Фото прилагаем к отчету. Ясно? Да. Ясно, ясно. Все, будем молодцы. Снимать. За работу. Вперед. Пойдем. Да. Успокойся ты, все нормально будет. Викуля, привет. Ты соскучилась? Привет, ну, есть немного. Скажи, ты сейчас очень занят? Дела есть всегда, но для тебя они могут подождать. Может быть, тогда развеемся, сходим в клуб, я не знаю. Может. Предложение принимается. Отлично, до встречи. Нет, ты серьезно? Роскошный мужик, владелец ресторана. Предлагает тебе провести с ним время, а ты отказываешься? Не, ну ты сумасшедшая. Или прикидываешься? Так, срочно в магазин за шикарным бельем. А затем в салон. И в полном боевом на турбазу. Мил. Это один шанс. На миллион. Так, все. Звони ему. У него есть невеста. А невеста не жена. Звони. Ну? Вить, просыпайся. А? Алло. Да, здравствуйте, это клининговая компания. Да, мне нужна уборка прямо сейчас. Какая красота. Я 100 лет не была за городом. Да, я тоже давно не выезжал. Все работа, работа. А вы говорили, что мы на турбазу едем. Просто сказка. Видели бы вы эту сказку пару лет назад, но я выкупил все и перестроил своему вкусу. Это что, все ваше? Да. Вам нравится? Да, мне нравится. Прошу. Роман Валентинович. Добрый день. С приездом. Ваши номера готовы, вот ключи. Спасибо. Приятного отдыха.
Прошу. Ну, вот это ваши апартаменты. Если что-то не устраивает, я могу попросить подготовить Ой, нет, другие. Нет, нет, спасибо. Мне все нравится, спасибо. Я буду по соседству жить. Не хотите перекусить с дороги? Нет, я еще не проголодалась. Ну, давайте вы располагайтесь, а я, может, минут через 20 за вами зайду и прогуляемся по окрестностям. Хорошо. Да, только с одним условием. Давайте никаких телефонов. Будем наслаждаться первозданной красотой. Так, это мое. Просыпайся. А зачем? Ну, тебе на работу пора. Ты чего, киса, с дуба рухнула? Я же босс. Я хочу работаю, хочу не работаю. Давай лучше поиграем, как вчера. А? В неугомонных кроликов. О! Ты будешь моя бешеная крольчиха, а я твой заводной крол. Это кто? Муж? Стрёмно стало? Нет. Клининговая компания. Какая? Клининговая. А. Угу. Вить. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Уборку заказывали? Да, заказывал. Проходите, пожалуйста. Вот ваш фронт работ. Нужно еще убрать на втором этаже. Да, тут работы много. Расценки знаете? Да, деньги – это не проблема. Ванну нужно убирать в последнюю очередь. В общем, располагайтесь, убирайтесь. Главное, чтобы побыстрее. Все. Спасибо вам большое. Окей. Слушай, погуляли, конечно, на славу. Как будто Новый год праздновали. Год свиньи. Только ты не забудь все это сфотографировать, а то мало ли. Да, прицепится еще. Сейчас сделаем. Ой, а дай мне тапочки, пожалуйста. Ага. Так, ты давай тут начинай, а я пошла наверх, посмотрю, что там творится. Капец. Фух. Прикол, конечно. Я любила его очень. В школе еще в него влюбилась. Ну, а потом мы поженились и... Вот, прожили 20 лет. Ну, как говорится, все не вечно под луной. Разлюбил, нашел молодую. Вот и вся история. Досадно. Но такое случается. А вы были женаты? Почти. Это что значит «почти»? Был без памяти, влюблен в одну красивую девушку, предложение сделал, все как полагается. А она оказалась девушкой по вызову. Год мне врала, но потом выяснилось, что просто хотела подобраться к моим деньгам. Но теперь у вас есть Анжелика. Она вас любит. У вас общий бизнес. Да. Теперь у меня Анжелика.
Лена, а ты что тут делаешь? Квартиру убираю. В смысле убираешь? А деньги зарабатываю. От агентства. Понятно. А где хозяйка? Вика! Коля? А что ты удивляешься? Что здесь произошло? Так, ничего, гости вчера просто были. Гости? Угу. Было хорошее настроение, маленькая вечеринка случилась. В честь чего вечеринка? Ничего, просто так. Выпивала? Нет. Уходите отсюда быстро. Коль, я сейчас все объясню, пожалуйста, я сейчас уходите все объясню, Коль, быстро! Пожалуйста, я сейчас все объясню, пожалуйста, Коль! Подожди. Лен. Я сейчас все объясню, Коля! Коль. Это кто? Это... Я понял. Коля! Ну подожди! А ты что, этого мужика знаешь? Это мой отец. Да ладно. То есть он променял тебя и маму на эту девку? Выходит, что так. Только никому не рассказывай, пожалуйста. Я могила. Мне очень стыдно. Стыдно? Тебе? Да это твоему отцу должно быть стыдно, и этой крали. А, кстати, слышь, смотри, сейчас тебе покажу, с каким зайчиком она там кувыркалась. Смотри, правда прикольно. Это ж Виктор Аркадьевич. Кто? Отец моего Кирилла. Да ладно. Вам не холодно? Нет. Если устали, можем вернуться в отель. Там есть бассейн, здесь спа. Нет, я не устала, мне хорошо. Даже не помню, когда мне было последний раз так хорошо. Черт, где же его носит? Если вы про Романа Валентиновича, то он уехал. Как ты уехал? Куда? Скорее всего, на турбазу. Снова кондитерши. Что за чушь? Такого быть не может. Вы можете мне не верить, но я сам вчера слышал, как Роман Валентинович приглашал ее туда. А я всю жизнь мечтала о загородном доме с камином. И о собаке мечтала. Доброй, лохматой собаке. Но Коля собак не переносил. А я собак люблю. Правда, немного времени и внимания отнимают. А где это взять? Подлить вина? Угу. За что пьем? Давайте за время и внимание. Отличный тост. Светлана, может, перейдем на «ты», если вы не против? Я не против, только не предлагайте мне выпить на брудершафт. Я этого не люблю, это пошло. Не предлагай. Мы же договорились. Хорошо. Не предлагай. А я хочу выпить за тебя. За то, что ты есть. За то, что мы встретились. За то, что ты согласилась приехать. Я очень рад и счастлив. За тебя. И все-таки я тебя поцелую.
не надо. Выгнал. Я тебе говорила, что ты играешься. Говорила или нет? Говорила. Дальше что? Ну-ну, все. Ну, успокойся. Смотри, у тебя уже и глазки опухли. Ну, найду тебе другого жениха. Я не хочу другого, я хочу Колю. Ну все, нету Коли. Нету твоего Коли. Забудь про Колю. Ты у меня молодая, красивая. Целая жизнь впереди. Найдем тебе другого этого мужика. Только в следующий раз надо быть поумнее и хитрее. Господи. Господи, зачем я только такие дежищи за эту справку угрохала? Мам, при чем здесь справка? Какая я идиотка. Просто дура полная. Ну все. Ну все. Ну, довикусь. Ну, успокойся. Добилась своего, рада? Простите, чувствую себя как выникнуть. Женой была, матерью была, домохозяйкой была, а вот разлучницей не была. Анжелика, ты что здесь делаешь? Да вот на тебя приехала посмотреть. На твою стрепуху. Ну, посмотрела. Теперь уезжай. И уеду. И никогда больше не вернусь. И вообще увольняюсь, понял? Ты еще пожалеешь. Я столько времени на тебя угробила, а ты... А ты привел в номер эту... Ты тварь, понял? Тварь! Да. Глупо как-то все получилось. Ну чего ты, иди, догони ее, она же... Все получилось так, как должно было получиться. Но она же твоя... Ты моя. Да. Спасибо. У нас, кстати, зарплата сегодня, не забыла? Точно. Спасибо, Валя.
Слушай, а давай зайдем в какую-нибудь кафешку перекусим? Нам же еще всю ночь офис убирать. Ну да. Только давай. Чур, я плачу. Ладно, уговорила. Опа, это твой? Да. Лен, можно тебя на минутку? Подождешь меня? Конечно. Давай только быстро, я очень спешу. Лена, я не могу без тебя. Я все время о тебе думаю, правда. Ну прости меня, ну что мне сделать, чтобы вернуть тебя? Скажи, я все сделаю. Да я простила тебя. Ничего не нужно делать. Я, конечно, дико извиняюсь, но мы опаздываем. Да, мы опаздываем. Так давайте я подвезу. Не нужно. Завтра увидимся. Я тебе позвоню. Ленка! Ну, давай, подруга, рассказывай все по порядку. Ну? Даже не знаю, с чего начать. Ну, то, что у тебя все хорошо, я и так вижу. Ты цветешь и пахнешь, как майская роза. Но мне хочется подробностей. Как твой ресторатор замуж тебя позвал? Да ты что? Мы же около месяца знакомы. Ну, я так понимаю, у вас любовь? Да, даже не знал, что такое может быть. Знаешь, мы чувствуем себя как единое целое. Все время вместе. Ну, знаешь, любовь любовью, а штамп в паспорте как-то понадежнее будет. Какая ты циничная. Знаешь, Светка, я не циничная, я практичная. А как с рестораном? Справляешься? Ой, да мы вместе справляемся. Я же не знаю, как управлять. Рома мне во всем помогает. Еще он хочет инвестора найти, чтобы открыть новый ресторан и пекарню. Чтобы поставить мои пирожные на поток. Ой, дело не в проворот. Еле к тебе вырвалась. Слушай, ты такая важная стала. Да. Свет! Привет. Как ты узнал, что я... Ты что, следил за мной? Да. Это тебе. Ты у дома не подошел, потому что знал, что Ленка увидит? Свет, я сделаю все, что ты скажешь, только позволь мне вернуться. Ну, прости меня. Вспомнил, что у тебя есть семья. То есть, была. Иронизируешь, а я понимаю. Я серьезно. Кстати, ты говорила, что тебе нужны деньги. Я готов дать любую сумму. Любую сумму. И я нашел тебе работу у нас в компании. Менеджер по продажам. Отличная зарплата. Просто очень хорошая. А? Ты опоздал. У меня уже есть работа. Денег мне вполне хватает, так что мне ничего не нужно. Ты изменилась. Да. Ну, все меняется, и я не исключение. Свет. Я готов начать все сначала. Ты, я, Ленка, и все будет как прежде. Правда. Ну, как прежде уже не будет. А почему? Потому что в личной жизни у меня тоже все в порядке. Свет. Ну, послушай. Ну, правда, прости меня. Ну, я виноват я. Ну, я... Я не могу без вас, правда. Я места себе не нахожу. Коль. Давай так, у тебя своя жизнь, у меня своя. И не будем возвращаться к этому разговору. А ты без меня стала жестокой. Я без тебя стала счастливой. Прости меня, пожалуйста, мне нужно работать. Лен, давай в кафе. Зачем? Зачем ехать в духоту? Вот, давай прогуляемся, воздухом подышим. Так хорошо. Ну, тогда давай поедем за город. Я знаю одно очень красивое место. Киря, зачем куда-то ехать?
Получи удовольствие от момента. Смотри, какая погода хорошая. Ладно, погоди, я сейчас. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. А дайте мне, пожалуйста, вот этот букет. Вот. Этот? Да-да-да-да-да. Угу. Ага. Пожалуйста. Оп, возьмите. Сдачи не надо. Ой. Киря. Лен. Ты с ума сошел? Выходи за меня замуж. Что? Что? Будь моей женой. Киря, это же люди смотрят. Нет, я не встану, пока ты не согласишься. Девушка, соглашайтесь. Видно же, что парень хороший, не жадный. А? Я согласна. Совет на любовь. Я самый счастливый человек в мире. И я. Держи. Завтра же подадим с тобой заявление. Подожди, а родители? А что родители? Мама от тебя без ума. А папа? Слушай, это моя жизнь. Это мое решение. А если он что-то не согласен, то его проблема. Я люблю тебя, это самое главное. Свята! Да! Шеф требует твои пирожные. Куда? В большой зал. У него там инвестор, банкир какой-то. В общем, Роман хочет показать ему товар. Так скажем, лицом. Так что давай, быстрей! Хорошо, сейчас принесу. Я вас уверяю, вы таких пирожных не пробовали. И я думаю, если поставить производство на поток, то мы можем составить конкуренцию самым известным маркам и брендам. О! Добрый вечер. Добрый вечер. Знакомься, это наш инвестор Виктор Аркадьевич Должанский, а это наш уникальный кондитер Светлана и по совместительству моя любимая женщина. А это наши уникальные пирожные. Отлично. Вы меня, пожалуйста, извините, мне нужно идти, духовка работает. Да, конечно, иди. Ну, угощайтесь, это очень вкусно. Я с удовольствием, но в следующий раз. Борюсь со сладким. Ну? Скажите, а давно у вас работает эта кондитерша? Светлана? Ну, около месяца. А что? Дело в том, что мы знакомы. Мы встречались при определенных обстоятельствах, и я, честно говоря, удивлен, что она стала специалистом в кондитерском деле. Так, подождите, я сейчас не понимаю, о чем вы говорите. Она приезжала ко мне в отель. Она эскортница, Роман. Это что за бред? Не верите? Хорошо, давайте так. У нее на животе слева, рядом с пупком, есть такая пикантная родинка. Я думаю, вы в курсе. Ну, как прошла встреча? Замечательно. Никаких инвестиций не будет. Я, кажется, понимаю, почему. Это хорошо, что понимаешь. Значит, мне не придется ничего объяснять. А ты уволена. Это какая-то ошибка. Да, ты права. Я ошибся. В тебе. Все. Рома, я... Этому человеку нельзя верить. Не надо делать из меня идиота. Пожалуйста, исчезни из моей жизни. Рома. Я дам тебе хорошие рекомендации. Ты сможешь устроиться в любой ресторан. Только, пожалуйста, не попадайся мне на глаза, ладно? Прощай. Он даже не дал мне ничего объяснить, просто взял и уволил. Вот козел. Нет, не говори так про него. Он просто никому не верит. И мне не поверил.
У него уже была в жизни такая ситуация. Верит, не верит, да? Да он поступил с тобой, как... У меня даже слов нет. Я не знаю, что мне делать. Я его очень люблю. Очень. Светка, да мы прорвемся. Мы же сильные. Какие же мы дуры. Девчонки, я выхожу замуж. Киря мне сделал предложение. Да. Тетя Мил, что-то случилось? То есть, стать родственницей этому Виктору? Я этого не переживу. Ну? Ну давай, шевелись, тюлени. За что вам только деньги платят? Смотри, как подменили. В прошлом году вроде играли. А я еще, дурак, абонемент купил на целый год. Вить, давай в театр сходим. Я и платье новое купила. Потом в ресторанчик зайдем. Мы так давно никуда не выходили. Знаешь, мне эти пьянки в ресторанах с партнерами вот тут уже сидят. Ну! Опять продули. Ой. Поставь чайку. О, Кирюша пришел. Привет, Кирюш. Привет. Ты сегодня поздно. Где был у Элины? Нет. А где? Ты слишком мало времени ей уделяешь. А я на тебя, между прочим, рассчитываю. Ну ничего. Куплю вам путевку на двоих на Мальдивы. Там у вас дело побыстрее пойдет. Не надо никаких путевок, пап. Че это? Потому что я не буду встречаться с Элиной. Я люблю Лену. И сегодня сделал ей предложение. Это шутка какая-то. Нет, я серьезно. Завтра мы подаем заявление. Пап, я женюсь. Этой свадьбы не будет. Эта девка в мой дом не войдет. Значит, у нас не будет свой дом. И не называй ее девкой. Ух ты! Голос прорезался. Ты чего? В себя поверил, что ли? А? Или решил остаться на улице с голой задницей без наследства? Да плевал я на твое наследство. Ты видела? Ему на нас плевать. Ну иди, иди, скажи что-нибудь. Я тебе скажу. Наш сын уже вырос. И сам вправе решать, кого любить и на ком жениться. И не смей ему указывать. Смел и смею указывать кому угодно. И тебе в том числе. Привет. Привет. А ты чего здесь делаешь? Ключи от квартиры принесла. Ром, я не хочу навязываться,
Но так вышло, что я в курсе. В курсе чего? Ну, того, что вы расстались, и... Я все понимаю. Я готова тебя простить. И мы могли бы снова... Извини меня. Ты не могла бы сейчас уйти? Ты меня выгоняешь? Но я ведь оказалась права. Я просто не хочу никого сейчас видеть. Мам, у нас что-то горит? Да все сгорело уже. Хочешь, мы тебя отвлечем? Немножко настроение поднимем. Мы заявление подали. Поздравляю. Свадьба через 2 месяца. Ну, будем готовиться. У нас есть еще одна новость. В общем, Кирилл ушел из дома из-за своего отца. Можно он пока у нас поживет? Ну, о чем ты спрашиваешь? Это же твой будущий муж. Спасибо. Спасибо, Светлана Борисовна. Спасибо. Все. Пойдем. Спасибо. Так, Должанский Семен. Угу. Должанский Егор. Должанский Виктор. Угу. Банк Горизонт. Привет, привет. Привет. Тебя подвезти? Нет. Слушай, ну прости ты меня уже, а? Ну что мне сделать, на колени встать? Не надо меня преследовать. Ну и зачем ты сюда пришла? Чего ты хочешь? Только не рассказывай мне про инвестиции. Я хочу, чтобы ты не мешал счастью наших детей. Мою жизнь ты уже испортил. И я не хочу, чтобы ты испортил жизнь моей дочери Кирилла, которого она очень любит. Все? Эта свадьба будет. Не будет. Я сделаю все, чтобы она была. Делай. А сейчас пошла вон отсюда. Люсь, зайди на минутку. Да, Виктор Аркадьевич. Ты запомнил эту женщину? Да. Хорошо запомнила? Да. Сделай так, чтобы ее здесь никогда не было. Хорошо.
Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Как хорошо, что я вас встретила. Я хотела поговорить с вами о своем сыне, о вашей дочери. Спасибо, я с вашим мужем уже наговорилась. Мне этого достаточно. Нет. Мне все про вас понятно. Нет, у нас с ним совершенно разное мнение. Мне очень нравится ваша дочь, и я считаю идеальной парой для своего Кирилла. Я давно хотела с вами поговорить. А сегодня мне вас сам Бог послал. Хорошо, говорите. Ну, на улице как-то неловко. Может быть, в кафе? Хорошо. Пойдемте. Я живу в каком-то аду. И я не понимаю, почему муж так враждебно настроен против свадьбы наших детей. Они любят друг друга. Да, очень. И я не понимаю, почему он так отреагировал. И я не могу добиться ответа, что произошло. Еще Кирилл ушел из дома. Я не знаю, где он. Не волнуйтесь, Кирилл у нас. Кирилл с Леной, все в порядке. Сегодня они подали заявление в ЗАГС. А почему он мне не позвонил? Ну, не успел, видимо. Но обязательно позвонит. Поймите, я не против этой свадьбы. Я просто не понимаю, почему мой муж так враждебно настроен. Таня, я переспала с вашим мужем. Что? Только не перебивайте меня, пожалуйста, мне и так это тяжело сказать. Во всем виновата я. После развода я очень тяжело переживала развод и места себе не находила, была растеряна, не знала, что делать. Моя подруга решила, что мне нужно развеяться и пойти в ночной клуб. Мы пошли в ночной клуб, чтобы я переключилась, освободилась от тяжелых мыслей. Там мы встретили Виктора. Виктора? Ну да, да, вашего мужа. Он купил нам выпить, и мы выпили. Потом выпили еще раз, и все закрутилось. И... утром я проснулась с ним в какой-то гостинице. Вы хотите мне сказать, что вы переспали с моим мужем? Да я сама не знаю, как это произошло. То есть я даже не помню, как это произошло. Вы мой муж? Нет-нет, это было всего один раз. Я понимаю, что все это очень мерзко. Когда мы пришли к вам в гости с Леночкой, Виктор, видимо, решил, что наши отношения должны продолжиться. И когда мы пошли за вином... в общем, я очень резко ему отказала, и все, что было после, это результат моего отказа. Поймите, наши дети, они действительно очень любят друг друга и должны быть счастливы, несмотря ни на что. Таня. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Леной, поговорить надо. Мне некогда, я тороплюсь. Ну что ж, у тебя не найдется 2 минут для родного отца? Ну? Я понимаю, ты злишься на меня, у тебя для этого есть все основания. Но правда, что бы ни происходило, дочур, я всегда думал о тебе. Что-то я этого не заметила, папочка. Чувствую, разговор у нас с тобой не получится. Да, ты же работаешь в этом агентстве по уборке, да? Значит, тебе деньги нужны. Сколько тебе надо? Нисколько, мой жених прилично зарабатывает. То есть как жених? Подожди, ты замуж выходишь? А когда? Это тебя не касается. Что значит не касается? Я твой отец, моя дочь. Да? Да. Знаешь, я тоже так думала, пока ты нас не бросил. Извини, мне пора. До свидания. До свидания. Слушай, ну ты с ним как-то очень жестко. Неужели не простишь? Не знаю.
Ну, не сейчас точно. Ясно. Ну, а на свадьбу хоть пригласишь меня? Маша, ну какая свадьба? О чем ты говоришь? Еще не знаю, вообще будет она или нет. В смысле? Вы же уже заявление подали. Подали. Ну? Ну, отец Киры упирается и ни в какую. Ну и хрен с ним. Господи. Ты не понимаешь, он очень влиятельный банкир. От него можно ожидать чего угодно. Он может взять и все расстроить. Ну, а уперся-то чего? Потому что у вас денег нет? Нет, там другая история. Это из-за моей мамы. В смысле? Ну, мама после развода пошла в клуб. Встретила там отца Кирилла. Он ее напоил. Произошло у них там все. Ну, она была совершенно никакая, в диком стрессе, он этим воспользовался. И когда мы пошли Кириллу знакомиться с его родителями, Виктор снова попытался к ней пристать. Она, понятное дело, ему отказала. Ну, дальше ты все знаешь. То есть теперь этот банкир типа моралист, да? А кто с отцовской любовницей в койке кувыркался? Не он? Он. Ну так давай просто все расскажем его жене. Тогда все станет на свои места. Маш. Что? Нет, этого нельзя делать. Мама у Кирилла очень хорошая женщина. Не нужно ей такого знать. Ну, как скажешь. Только ему все равно потом припадет. А у вас, Кирилл, будет шикарная свадьба. Будем надеяться. Я побежала. Давай. Позвони мне. Давай. Все, пока. Пока. О! Ты не спишь? Прости, я сегодня опять поздно. Если б ты знала, как меня замучили все эти бесконечные совещания. Я сегодня разговаривала со Светой. С какой Светой? С той, которая была у нас в гостях. Она сказала, что ты с ней спал. Это правда? Кто я? С кем? Вот. Кого ты слушаешь, что за бред? Я еще раз спрашиваю. Это правда? Ты мне изменяешь? Хорошо. Я должен быть с тобой откровенен. Да, мы переспали. Это было один раз. После деловой встречи с партнерами я был пьян, уставший, ничего не соображал, и эта стерва затащила меня в кровать. И больше никогда мне не изменял? Таня, повторяю, это было один раз, помутнение рассудка, я даже не помню, где и как это было. А потом эта шкура стала меня шантажировать. А вот почему ты так бесишься. Теперь ты меня понимаешь? Давай так. Мы забудем эту мерзкую историю, как страшный сон, и не будем никогда вспоминать. Хорошо? И вообще, я пошел спать. Что это? Ух ты! Что это? Ух ты! Какой отвратительный фотомонтаж! Хватит делать из меня дуру. Конечно, я давно догадывалась, просто не хотела в это верить. Я завтра подаю на развод. Спасибо. Прошу. А если мне ни одно платье не понравится, а? Значит, поедем в другой салон, правда, Кирюш? Ну, конечно. Пока да? Не найдем то, что надо. Вперед! Ну, хорошо. А, подожди. Что? Тебе нельзя. Жених не должен смотреть на невесту в платье до свадьбы. Так что все, это плохая примета. Жди. Ладно, жду в машине. Оп. Да, мама. Thank you.
Вот это оно. Ты моя красавица. Моя хорошая. Здравствуйте. Добрый день. Если вы пришли отговаривать детей от свадьбы, нет, я... Нет, нет. Я узнала, что мой муж мне изменял не раз. Я подозревала, но не хотела в это верить. И я подаю на развод. Я пришла сказать, что большую часть того, что получу после развода, я хочу отдать Кириллу и Леночке. Так, а... Кольца. Кольца мы куда положили? У меня кольца, Лен. А, тетя Мил, ваш мастер точно успеет все до регистрации сделать? Ленчик, прическу? Успокойся. Мой мастер никогда никого не подводил. Хорошо. А ресторан? Места хватит? Леночка, уже все по 10 раз проверили. Все будет хорошо. Иди лучше спать пораньше, ляг. Тебе выспаться нужно. Смешно. Я не смогу уснуть? Это нормально. Предсвадебный мандраж. Но я-то точно знаю. 3 раза замужем была. И каждый раз трясло. Ладно, я побежала. Плесни-ка мне чаечку на дорожку. А ты чё кислая такая? Ясно. Опять сохнешь по своему ресторатору? Да забудь ты его. Ну, помнишь, как... Сохла по Николаю. И ничего. Где он сейчас? Мил, это другое. Меня как будто выключили. Был свет, нет света. Красиво сказала. Но очень грустно. Вспомни, как я тебя учила. Все плохие мысли из головы выбрасываем. Думаем только о хорошем. Ты дочку замуж выдаешь. Я постараюсь. Все, я побежала. Встречаемся у ЗАГСа. Угу. Здравствуйте. Вы кого-то ищете? Да, мне нужен ваш хозяин. Он скоро придет? Я не знаю. Он мне не докладывает. А давайте вас кофе угощу. Или чем покрепче, мы уже открыты. Да. Что-нибудь покрепче мне сейчас не помешает. Минуту. Вот. Пожалуйста. Спасибо. Ммм, вкусно. А что в нем? Секрет фирмы. Так значит, вы подруга нашей Светланы. Не просто подруга, а лучшая. Света нам всем нравилась. Она такие пирожные готовила, просто... Жаль, что шеф ее уволил, очень жаль. Да. А ведь у них были отношения. Да, я знаю. Но понимаете, произошло недоразумение. Ее оговорили. Она ни в чем не виновата. Это я точно знаю. И я пришла восстановить справедливость. Слушайте, скоро ваш шеф придет? Скоро, скоро. А кто ее оговорил? А вот это я скажу лично. Роману Валентиновичу. Светочка, ты ждешь кого-то? Да подруга моя лучше не пришла и на звонки не отвечает. Идут. Ура! И мне. Мам, скажи что-нибудь. Все. Дорогие мои дети, любите друг друга и берегите свою любовь. А мы с Танюшей всегда будем рядом. Дай Бог, чтобы вы жили хорошо. И внуков нам нарожали. Ура! Какое-то шампанское у меня горькое. Горько! 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 Раз, два, три, четыре, пять, шесть! Я так волновалась, чуть в обморок не упала на регистрации. Ты у меня самая красивая. Ты у меня самая красивая доченька. И у меня.
Ну что, а сейчас в ресторан! Поехали! Смотри, какого я тебе мужчину привела. Поздравляю. Прости меня. За что? За то, что я дурак. За то, что я не выслушал тебя и не поверил тебе. Простишь? Уже простила. Тогда ты выйдешь за меня? Что? Ты выйдешь за меня замуж? Да. Да? Да. Да, 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 да.